Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из МВД России по Ленинскому городскому округу у одного из домов в рабочем поселке Дрожжино задержали двух уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. У одного из злоумышленников полицейские обнаружили 31 сверток с кристаллообразным веществом. В арендуемой задержанными квартире оперативники изъяли еще 140 свертков и 4 полимерных пакета с веществами бежевого и белого цветов, электронные весы, а также упаковочный материал. Наркотики при себе имеются? Да. В каком кармане? Где у тебя наркотики лежат? Вот это, да? Да. Согласно заключениям эксперта, изъятые вещества являются наркотическими средствами – героином и метадоном, общим весом около 500 граммов. Правонарушители пояснили, что за денежное вознаграждение действовали по указанию, поступившему через мессенджер от неизвестного лица. В их обязанности входили расфасовка запрещенных веществ и дальнейший сбыт через тайники-закладки рядом с местом их проживания. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.